Алла Пугачева снова выйдет на сцену. Примадонна российской эстрады более 2 лет не выступает на сцене, полностью переключив свои приоритеты на семью. Однако, как стало известно, заслуженная артистка российской эстрады готова сделать исключение и выступить на творческом вечере поэта и бизнесмена Михаила Гуцериева. По словам Аллы Пугачевой, ее вокальные данные и материальное положение позволяют ей записывать новые песни, но звезда предпочитает уступить дорогу молодым талантам. Кроме того, лечащий врач исполнительницы настоятельно рекомендует ей избегать чрезмерных нагрузок. Певица перенесла серьезную операцию на сердце. На творческом вечере поэта Михаила Гуцериева Алла Пугачева исполнит несколько полюбившихся зрителям песен. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!